Сеть кабинетов поддержки инклюзии расширяют в Кустанайской области. В этом году там открыли еще 4 таких учреждения. 3 из них в селах и 1 в Лисаковске. Все кабинеты оснащены современным оборудованием, которое помогает детям с особыми потребностями общаться со сверстниками и получать опыт социализации. Помогают им в этом педагоги, ассистенты, логопеды, психологи, которые постоянно повышают квалификацию. За последний год расширенные курсы прошли более 8 тысяч педагогов. Сейчас кабинеты поддержки инклюзии работают при 19 школах региона. Важно, что новые кабинеты инклюзии открываются в сельских регионах, которых дети требуют коррекционной поддержки. Мы рады, что мы расширяем географию открытия данных кабинетов. Все больше районов получают у нас новые КПИ. И мы продолжим работу в данном направлении. В следующем году откроются 5 кабинетов поддержки инклюзии и 3 кабинета психолого-педагогической коррекции.